Даша Моисеева – студентка из Первомайского округа. Вчера днем девушка ходила на выборы, а перед этим ответила на вопросы викторины. Дарья подошла к волонтеру рядом с избирательным участком и подтвердила свое участие в викторине. Вечером девушке позвонили с незнакомого номера. Даша сначала подумала о мошенниках, но после услышала радостную новость. Именно она стала обладателем главного приза – автомобиля. Девушка заканчивает Липецкий педагогический университет и собирается продолжить семейную династию. Мама Даши – учитель начальных классов. Она одной из первых узнала о выигрыше дочери. Я позвонила ей, и так как я была в шоке, я начала смеяться, и она мне не поверила. Я не знала, как ей доказать, и друзья мне нашли прямую трансляцию розыгрыша, и мы посмотрели, что действительно был мой номерок, и я выиграла. Друзья также мне не поверили, а сначала смеялись надо мной, а потом тоже зарегистрировались и будут участвовать. Участники краеведческой викторины могут стать обладателями еще двух автомобилей, а также сертификатов на электронику и бытовую технику. Розыгрыш будет проводиться еще сегодня и завтра. Для того, чтобы зарегистрироваться, нужно перейти на сайт victory68.ru, пройти регистрацию и получить свой уникальный ID. И также его нужно будет подтвердить у волонтеров, адреса которых располагаются на нашем сайте. Сегодня и завтра регистрация продолжается. Трансляции с объявлением победителей проводят ежедневно в 22 часа. Списки победителей публикуют на сайте victory68.ru. Павел Герасов, Александр Чекмарев, Александр Кобзарев. Область новостей.